обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребят, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы с вами, ребятки, будем продолжать играть в игрушку Hill Climb Racing. Ребят, мы начали по новой ее проходить с самого начала, с самого нуля, без взломов. Так что, ребятки, будет, собственно, нелегко и будет не быстро. Ну что ж, ребят, поехали. В этом уровне, ребят, я хочу в этой части, наверное, купить. И, ребят, я хочу мотоцикл, либо открыть новую трассу. Это все, что мне нужно, ребят, что нужно сделать в этом эпизоде. Так это, ребят, насобирать достаточное количество монеток и все-таки перейти на другой уровень. Или улучшить джип. Или купить же все-таки мотоцикл и оставаться на вот этом вот драндулетике, на котором мы с вами ездили с самого начала, ребят. Ну ничего, давай, ребят, давайте проходить, а там будет видно. Ай, не все монеты собрал. Хотя мог, ребят, если бы не так сильно я подскочил, как в прошлый раз, то возможно, ребят, что я бы собрал все монеты и с проблемами ни с какими бы не столкнулся. В прошлый раз мы, ребятки, по-моему, второй раз или третий раз мы с вами настолько далеко заехали, собрали кучу-кучу денег, на что, собственно, и заделали наш джип. Вот этот он теперь ездит еще быстрее и еще круче подпрыгивает на трамплинах. В общем, ребят, лучше просто и не сказать. Но осталось еще тюнинга там, ой, как много. Так что я предлагаю, ребятки, вот этот тюнинг, который мы собираем сейчас вот денежки, вот нужно нам 75 тысяч, чтобы открыть мотоцикл. Я, ребятчики, рекомендую вот эти деньги, которые мы заработаем в сегодняшнем уровне, потратить на мотоцикл. Таким способом, ребятки, мы откроем новый транспорт и сможем уже выборочно ездить на нем. Давай, давай, газу, 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 газу. Тихо, тихо, тихо. Поехали. Да что ж такое-то? Давай, 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 давай. Давай, газу, газу, газу. Да что ж такое, еще, 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 отлично. Отлично, ребят, просто супер, я считаю. Довольно неплохо. Так, тихо, тихо, тихо. Вот, 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 вот так вот, стой теперь. Давай, поехали, поехали, поехали. Газу, 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 газу. Эй, ребята, что такое? Новый рекорд, что ли? Что за новый рекорд? А, ребята, мы доезжали с вами довольно-таки дальше. И вы это прекрасно, ребятки, помните. А почему мы сейчас не можем это сделать? Я абсолютно не понимаю. Бензин у нас, ребяточки, закончился, и просто-напросто все, мы дальше уже не можем продолжать наше движение, потому что бензина у нас, ребятки, попросту в баке нет, бак пуст. Так что, ребят, я предлагаю 19 тысяч, ребятки. Давайте, смотрите, мы можем, в принципе, улучшить еще наш джип и продолжать зарабатывать деньги так. Но либо же купить, ребяточки, вот такой вот мотоцикл за 75 тысяч. На мотике, я думаю, будет поприкольнее кататься. Так что давайте просто-напросто насобираем эти деньги. Не будем пока ничего заделывать. И прикупим мотоцикл, чтобы в следующем уровне на мотоцикле уже начать проходить, собственно, эту игрушку и открыть новый уровень, дорогие друзья. Так, давай, давай, давай. Мы собрали, отлично. Отлично, просто отлично, ребята. Ой, ребят, я только что пропустил бензин, представляете? За счет того, что я слишком сильно, ребят, разогнался, я просто-напросто пропустил свой бензин. О, теперь мы взяли, наконец-то, бачок с бензином. И не бачок, а канистру. И теперь у нас бачок будет полный, ребят. И проблем, я думаю, мы с проблемами сталкиваться не будем. Ой-ой-ой, что это творится, ребята? Что творится? Опа, так вот, хорошо, отлично. Так, опять мост, ребята, давайте его перескочим. Так, ребятки, у нас уже 48 алмазов, но мы пока их
их никуда не можем применить. Потом уже подумаем, что за эти алмазы мы сможем сделать. Потому что я так и пока не видел, что, в принципе, эти алмазы дают. Сейчас будем смотреть. Сейчас с вами давайте пройдем гонку и посмотрим, что мы можем приобрести себе за алмазы, за которые мы вот это собираем. Так, у нас уже, ребятки, есть 30 тысяч, а это практически половина суммы, которая нам нужна для покупки мопеда. Или мотоцикла кроссового, что там было. Или мопед, или мотоцикл, я не знаю, что это. Точно купим, потом уже увидим, что это такое будет, ребят. Ну что ж, я скажу вам, ребятки, что прошлый тюнинг довольно такой прикольный. И вы только посмотрите, какая амортизация у нас. Вообще, а, вот тут мы и застряли с вами. И на этот раз, ребятки, мы с вами разбились. А как вы думаете, ребятки, мы на мотоцикле сможем выехать под эту гору? А, мы, в принципе, на мотоцикле уже откроем с вами новый, ребяточки, новую трассу. И на новой трассе нам уже будет намного, ребят, легче. Так что, в принципе, погнали. Хорошо идет, хорошо, хорошо, отлично. Вот это прыжок. Так, я забыл посмотреть, что мы можем за алмазы купить. Давайте, ребятки, сейчас, когда мы где-то проиграем, или у нас закончится бензин, или мы, дай бог, ребяточки, мы перевернемся, давайте с вами заглянем по ту сторону экрана и посмотрим, на что же нам нужно тратить вот эти алмазы. Потому что в прошлых частях, ребят, я играл во взломанную версию, и там я, в принципе, не думал вообще ни о чем, потому что у меня там были просто-напросто миллионы денег. Мы покупали любые трассы, покупали любой транспорт, который только хотели, и, в принципе, наслаждались игрой. Но некоторые из вас говорят: Юра, ты играешь со взломкой, это нечестно, играй в обычную игру, нам так будет намного интереснее смотреть. Ну, собственно, что я для вас, ребят, и делаю. Так, ребятки, ну что, почти уже собрали мы 50 тысяч, еще совсем немножко, и будет у нас 50 тысяч. И остается еще 25, ребят, собрать, для того, чтобы полностью, так сказать, пройти. Ой, нет, тихо. Ой, ребят, только что чуть не перевернулся, она прямо на таком самом заветном месте. Так, ну все, ребят, у нас есть 50 тысяч, осталось у нас 24 тысячи для того, чтобы мы с вами приобрели мотоцикл. Так, вот тут вот надо, ребятушки, делать по-умному. Тихо. Здесь сдаем назад. Нет, неправильно, тихо. Тихо, разобьемся. Да что ж такое, ребят, совершенно случайно. А могли, в принципе, и выехать. Но я думаю, тут уже нужно или улучшать автомобиль, или еще что-то. Потому что просто так, ребят, мы с вами не выберемся. Хорошо, ребят, давайте узнаем, что нам дают алмазы. Ребят, нам дают алмазы. Ребята, мы можем ускоритель покупать за алмазы. Смотрите. А я-то думаю, в чем проблема? Все, смотрите. Давайте еще, наверное. А, получить самосвет. 60. Второй ускоритель 60. Ребятки, все, мы покупили ускоритель. Я думаю, в чем проблема? А ну, поехали. Все, ребятки, мы купили ускоритель за алмаз. И давайте мы его, знаете, где используем? Давайте мы его используем вот на том вот месте, там, где, в принципе, мы не можем, ребят, выехать на самый верх. Так, ребятки, я за этот уровень должен насобирать достаточно денег, чтобы приобрести себе мотоцикл. Thank you.
Так, а как же ускоритель использовать, ребят? Ну, пока еще рано. Сейчас мы посмотрим, где мы будем его использовать. Чем дальше, ребят, мы заезжаем, тем сложнее. Вы только посмотрите. Вау! Ребята, да что ж такое, я перевернулся, нам осталось 9000 собрать, ребятки, чтобы купить мотоцикл, давайте с вами поиграем. Капец, как так, совершенно случайно, немножко не рассчитал, ребятки, я газуйку и перегазовал, получается, немножко. Слабовато монеток, надо еще больше золота дать мне. Давайте, ребятки, еще чуть-чуть, и мы соберем денежки на моток. Ускоритель мы уже приобрели, ребят. Вторую степень ускорителя приобрести нужно 60 алмазов, что мы с вами сделаем на втором этапе, потому что когда уже будем ездить на мотоцикле, потому что сейчас у нас немножко не хватает, но мы это с вами обязательно сделаем. Ребятки, еще совсем немножко, у меня будет 75 тысяч. Все, ребятки, у меня 75 тысяч, так что мы с вами сейчас откроем мотоцикл уже. Давайте доедем. Сюда мы сможем доехать, давайте уже по максимуму доедем с вами. И испробуем этот. Я ускоритель хочу испробовать. Я и хочу его, ребятки, испробовать именно вот на том уровне. Не сейчас, а именно вот на том уровне. На том уровне, где мы не могли, ребятки, выехать. Вот скоро он будет. Сейчас, по-моему, он будет. Вау! Да, ребятки, мы смогли новый рекорд. Наконец-то, ребятки. Мы с вами, видите, включили ускорение и заехали так далеко. Вот это круто. Так, а что тут-то делать? А, ребятки, кончился бензин. Давай, совершенно чуть-чуть до бензина. Ай-яй-яй-яй, ребят, вы видели, до бензина реально оставалось совсем там метр, реально. Я его, конечно же, не взял, потому что наш мотор не выдержал, ребятки, и мы покатились назад. Так, ребятки, ну что ж, давайте купим вот этот вот мотик. Все отлично, ребятки. Мы с вами сегодня круто поиграли и приобрели крутой мотоцикл. Но играть, ребятчики, на нем мы уже будем в следующем уровне. А если тебе понравилось это видео, обязательно поставь лайк, подпишись на мой канал и напиши какой-нибудь комментарий. Давай дружить, мне будет приятно. По возможности я буду отвечать на все комментарии. Пока-пока. Обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали!